В редакцию ТРК «Атаман» обратились жители Северского района с жалобой на пробки, которые возникают при подъезде к поселку Ильский. Летом федеральная трасса загружена в связи с туристическим потоком. Лето прошло, а пробки остались. Съемочная группа телерадиокомпании обратилась за разъяснениями к главе Ильского городского поселения. Ранее, когда в прежнем виде, без ограничительных знаков, без полос, которые на сегодняшний день сделали федеральные службы, смею заметить, была очень высокая аварийность с жертвами, к сожалению, человеческих жизней. Сейчас, когда у нас стоят ограничительные знаки 40 километров, убрали разгонные полосы в определенных местах, естественно, у нас появились и пробки. Да, ситуация некомфортна для водителей, но лучше подождать 15-20 минут. Человеческая жизнь, она гораздо дороже этих потерянных минут.